Здоровенькие были подписчики мопеда Раритетовича, с вами снова Илья Механик, и очередная серия, посвященная Stella Challenge 2 моей мопеда Стелле. В общем-то, специалисты, которые больше меня крутили эти мопеды, сказали мне, что я был неправ в плане того, что цилиндр может болтаться на шпильках. Да, во-первых, я неправильно назвал, это уже в поздней ночи все добавлялось это дело на YouTube. Неправильно обозвал, это я уже исправил. И 225-й это модификация, не 215-й победы, а 210-й. Огромное спасибо им за поправки. Далее уже по светлу я более подробно изучил картер и цилиндр при мыкании. Отвечу сразу, что я был неправ по поводу болтанки цилиндров. И окнам, с окнами продувки. Как видите, вот я сейчас пристыкую. Ширина продувочного окна, вот этого перепускного, больше, чем ширина канала. То есть чехи, вернее, это словаки были, которые спроектировали двигатель, все-таки предугадали тот момент со шпильками, что цилиндр может делать вот такую вот икебану. И там с приличным запасом этот вырез сделан был. И поэтому тут негативный момент с перекрытием тут не состоится. То есть это я поправлю, добавлю от своих личных комментариев. Следующие вводные по мопеду будет относительно вот этих вот подшипников размерностью 15, 19 на 13. Это, как оказалось, редкий подшипник для стран СНГ. Он в основном применялся на забугорной технике, как я нашел на одном из справочников российского магазина подшипников. Из Гугля мне удалось найти, что их производят в Китае. Есть заводы, но тоже ценники странные. Один только завод без торгов предлагал цену 5,95 бакс и 95 сотых баксов за один. В другом магазине найден был по каталогу, что это подшипник коробки Suzuki. Точная размерность, вот какой модели я уже не помню, но вот Suzuki указывалось. Там, по-моему, четырехступенчатая коробка была какая-то, я уже по размерам определил, где этот подшипник он один использовался, и 9 евро за него просили. В наших днепропетровских магазинах на заказ с ожиданием 3 дня вот один подшипник обойдется мне в 200 гривен примерно, мне сказали. Я сказал спасибо и сказал, что буду думать. В общем, будем искать, может что-то найдем путнее. Далее, карбюратор. Я до него таки добрался, посмотрел глубже в него. Мне вот понравилась система обогащения. Вот эта вот штучка его включает, рычажок такой. У него оказывается два положения в системе. Вот сейчас вот открыто, нет подсоса так называемого. Наполовину закрыт, фиксируется. И полностью закрыт, воздух поступает через тоненькое специальное отверстие. И вот при подъеме дроссельной заслонки все это дело открывается. Но попытки мои все поднять дроссельную заслонку не обвенчались успехом. Я тут порылся в архивных фотографиях и обнаружил, что мопед ко мне изначально пришел без тросика газа. Скорее всего, на том же тросике газа и осталась дроссельная заслонка с иголкой, потому что тут их в комплекте нет. Карбюратор пустой, и по тем фотографиям, что я посмотрел с момента приезда мопеда, этих запчастей не было изначально. То есть это уже проблема серьезная. Будем над ней мозговать и думать. Как вы видите, сейчас картер с коробкой собран в кучу. Я тут экспериментировал, баловался, как говорится, проверял, как оно передает крутящий момент. Действительно, есть передаточное число. То есть если крутить за внешнюю шестерню, то есть идет первая передача, если уже за внутреннее сцепление, когда оно сработает, чисто идет прямая передача, передача на вал, без промежуточного вала. Кикстартерский кабельный, люфт тока имеется вот в основном валу,
который передает вторую передачу, он по факту прямой передачи, но при затяжке гаек он устранился. То есть других посторонних люфтов и звонов, вот кроме сейчас вот сцепления не затянутых, стучит не обнаружено. То есть прокладка в 0,5 мм, притертые половинки, все отлично. Я еще раз контрольно произведу замер, чтобы по коленчатому валу все сошлось. Ну и будем готовить дальнейшую его сборку. Сначала надо купить поршень, проверить балансировку коленчатого вала. И уже потом это все впихивать в картер. Поршень, я напомню, будет от Dio 34-35 стоять. На 39,5 я планирую расточить, чтобы брать вот эти вот риски на цилиндре. Ну а пока все. Вот такие вот печальные вводные в некотором смысле. Слава богу, цальники без особых конструкций. Их уже я на рынке все отыскал. Осталось только насобирать денег и купить. Так что всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, оценивайте. Всем пока.